пользуясь моментом, снимаю видео. Вот такой котик у нас появился. Это сейчас Москва. Я сейчас ездил, его забирал. Это Мейн-кун. Да, Мейн-кун. Назовем его Рыжиком. Сегодня я его забрал в метро Анина. Но это была целая история. В общем, у нас пропал наш котик. Он уже старенький был. Ушел гулять и не вернулся. Вот. Ну и жена говорит, хочу котенка, надо заводить. Котика нету. Кур держим, мыши водятся. Нужен котик. Ну и мне захотелось Мейн-куна. Нахожу в интернете объявление, два кота. Оба рыженьких. Метро Анина. Девушку зовут Вероника, по-моему. Ну, в общем, я с ней переписываюсь, уходим в WhatsApp. Она мне скидывает видео, говорит, два мальчика, продает за 6000 рублей. В принципе, цена дешевая, ну, документов, понятно, нету, но родители она на видео показала. Родители вполне такие пристойные. Вот, я перевожу ей 2000 рублей и говорю, хорошо, если я 17 числа заберу, у меня машина поедет домой. Он поедет в Воронежскую область. Да, все хорошо, все отлично. До вчерашнего дня. Вчера днем уже звоню, говорю, так и так, приеду после обеда, заберу котенка. Она мне и пишет, а это можно я вам вечером перезвоню? Ну, потом скидывает видео. И перезванивает ее муж и говорит, что они уже в Орле вместе с котами. И котенка забрали. И едут на море. Блин, если честно, я испытал какой-то шок. Когда он мне особенно перезванивает и начинает алло, 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 то интернет у него пропадает. Ну, думаю, все, мошенники. Хотя все деньги переводил на Тинькофф. Ну, думаю, данные-то сохранились. В полицию, в принципе, заявление можно пойти, будет написать. Хотя бы за 2000 рублей. Но они мне заявляют, говорят, вот сегодня, говорит, у нас друг едет с Орла в Москву. И мы котенка вам передадим. И вот я сегодня в 6 утра вскочил, поехал, забрал эту радость рыжую. Сейчас вот водички налил, сейчас буквально передохну, пойду куплю ему куриной грудки, куплю молочка. Хотя не знаю, молочко в дорогу можно или нет. И в 16 часов у нас машина поедет обратно его везти. Теперь это на метро Домодедовскую, туда час ехать только на метро, а потом еще на такси. В общем, такая вот скотовасия у нас. Да, Рыжик, ты уже тут освоился, но это не твой дом. Нет, это пока строительная площадка. Во, попей, попей воды, ты, наверное, бедный, не пил. Попей водички. Красота. Не знаю, молоко можно или нет, кто знает дорогу. Хотя котики должны молоко пить, это же не взрослый кот. Всем спасибо за просмотр, как меня разблокируют, видео выложу.